А если не а надо, то есть, сразу. Он здесь есть. Вон он, портал. Так, ну а я пойду, меня ждут, я в это, в десятку, по-моему, мейном иду. Куда? Кто идет? Кто идет? Докапал в руки. А, рейсинг. Ага. Заебись, охуенно. Не, ну меня попросили помочь на ласте, я зашел на ласта, помог. Ну спасибо, а. Хоть за это. Да. Поздравляю, господа, это начало. Так, сейчас, это, пока... Все, обновите свои шмотки, я поставлю портал сразу под кару. Нихуя не выпало, что там удалять. Ну, например, мне выпало, там кому-то еще выпало что-то. Что за портал под кару? Я меня угнал. Ну, в Тралмар, да, вроде ты ставишь на нет. В полевые топи. В полевые топи. Сейчас найду портал, скажу. Каминор. А, в Каминор. Бля, а чё это Тралмар? Не, ну слушай, Пал красавчик. Ой, Пал ДК зашел на твина, маунта полутал. Да там маунт такой, на любителя. Залупа не маунт, блядь. Зато, блядь, одноручка какая пиздатая выпала на ДК, пиздец. Выглядит, конечно. Оно рекусил. А, соль, да, кстати. Кстати, мне интересно, хотя бы что-то нормальное, ладное выпало за сегодняшний рейд на танк? Выпало ОД и Триня. Кстати, Триня, а сколько ОД там за босса дают? 5 боссов? Сколько ОД? О, хорош. Неплохо. Я посчитал. Сколько ты сказал? 225. 450 в логе показывается. За ласта дали. Ну, за ласта больше. А за остальные... Да-то какое... А ну разве надо там? Там же шмот еще не добавили, не? Ну, мы просто ради интереса. Ну, почему нет? Ну да, выйдет, бля, 245-й шмот когда-нибудь, сразу купить его и все. Или DS, блядь. Мне кажется, 245-й выпустит, когда, блядь, ИК закроют. У меня вопрос есть один. Чё, Олег? А, есть такая хуйня, как репа с этим, с аметистовым. Ну, короче, за каражан. Ну. На кольцо. Ну. Мы будем его фармить? Давайте первый раз лучше так закроем. Чтобы освежить память, а потом уже будем ходить так. Ну кому освежить, а кто первый раз в Каражане побывает? Ну, тем более. Скажем так. То, что там мейсы очень долгие. Там можно... Он долгий, но из боссов там только три не манекена. Там в трэше весь прикол. Да, там трэша разнообразный просто. Шахматы есть. Ну, шахматы это... Закрывается в 5 человек. Чисто ради интереса, шахматы. На БК в 2 закрывали. Двое сидят в шахматы, играют друг с другом, остальные, блядь, трэш хуярят нахуй. Эти, как-то там, кастеры, которые... Вот они вроде и бьют. Больше всех. Бля, пока вы там, короче, сообразите, я уже, блядь, полечу в карму. Ну, все равно человека ждать. Что ты еще предлагаешь? А кто у нас третий доллар? Нойк. Ну блин, а кстати, у нас на следующий день вернется к нам Лата. Я знаю. Да, он на этой неделе отдыхает. Не, ну там, я... В отпуск уехал. Ну я помню, он говорил, просто, знаешь, спрашиваю. Значит, ну поэтому я Нойка взял на это, когда я сказал там. Лучше, чем ничего. Ну да. О, не туда побежал. Я по привычке. Так, сторону. Кому-то если надо этот порт туда под кару сразу подходить. И это, закупитесь там чем-то вам надо. Блять. Поты всякие, фласки. Точно, последний пот пусть. Там чинилки вроде на первом этаже есть и на последнем. А еды там нет, не продается. А у меня такой вопрос, а кто будет на зеленом луче стоять на гневе пустоты? Вот догадайся. Посмотрим. Мы оставим это на босса потом. На БК его последним проходили. Суманете меня потом. А последним на БК обычно погибель, блядь, проходит. Ну, его по пути проходит, но один из самых сложных там. Погибель же вроде надо... А, стоп, это который дракон на этом, на балконе? Огненный, да. А, его, ну да, его суманили через урну. А, кстати, что у нас вкусного сейчас падает? Бля. Кая? Почти все. Токены. Какие токены?
На Т4. Да. Да, хамуха. Если упадут еще. А они 100% падают. Ну, mm-hmm. здесь же ничего в Икеа не выпало, да? Так оно вот, и не должно падать. А там не падает. Там нету только. Там Грол, Магик и Да, я про Т9. Так Т9 нету токенов. Но... Я рассчитывал на Т9, блин. Да. Они только за ОД. Ну а где, нет. блядь, продаются-то? Падла. Там должны... Но они не поставили. Стоять эльфы. Так они же должны покупаться за это, за пустоту и за ледяные шары. А как ты пустоту нафармишь, если РБК закрыто? Какой, блядь, от Т9 покупался за эмблемки фиолетовые? Которые падали... Это на Сирусе за пустоту, а на нормальном сервере за эмблемки. По чилю, блядь. Сейчас, блядь. Нет, это, наверное, воздержит подходов к ражину. Стоп, а кто-то у нас спрашивает про плащ, да? Какой плащ? Как тут в гильдии Ксен спрашивает сила Эдоса. Так это же ИВК да. идет, по идее. 272, это чё? А куда да, мимик, куда мимик? Так это, блядь, вообще... Сколько там, 25 из 25? Алло, алло, куда мимик пошел? 50 из 50. Прием. Мимик. Мимик, ты куда, ебать? Че, у нас за того, что шамана взяли или че? Че? А, кстати, за ИВК дают регалии завоевателя. Пиздец, что за хуйня происходит? Какие нахуй регалии? У нас, блядь, с рейда человек ушел, блядь. Кто? Мимик, блядь. Куда? Куда ты ушел? Так он, ему не понравился в троэлем. Блядь, где я вам здесь найду классов всех, чтобы вам было удобно? А? Пиздец, мимик, да что ты гонишь? Второго ретрика мне не жалко. Заходи, мимик, блядь. Нихуя вы, ребята, на туре даете. Так он здесь вышел. Так он, по-моему, из дискорда вышел вообще. Охуеть, ебать. Хороший тип, надежный. Ебать. Как давай, сказать? Блядь, мне не нравится за, блядь, рейди друид, нахуй. Тоже, блядь, пойду отсюда, ебаный в рот. Ебать, вы гоните, нихуя. Надежный, как швейцарские часы. Угу. Жесткий, как удар молота, и резкий, как удар серпом появится. На бекан, скорее всего, на следующий рейд тоже без меня планируете, на следующее КД. Потому что я планирую с 21 по 25 на моря уехать. Это кто? Айслин? Рейслин, да. Шаман. Ебать. И чё, и кого сейчас где искать? Ну? Ну простите, блядь, свой отпуск на игру убивать. Да не, я не про тебя, блядь, я то, что у нас сейчас мимик с рейда ушел, блядь. Одного лема взяли, блядь, лас слот был, нахуй, мимик ушел, блядь. Ну тут хотя бы человек предупредил за не, он-то предупредил, я же не про него говорю, блядь. Да. Сука, уже хочется уже хуярить всю эту хуйню. Пошли хоть, блядь, трэш ебанем, блядь, ебаный в рот. Идите, пока я поищу. Давай я, блядь, размахом побью. И потащить меч. Нихуя, я фея. Кстати, да. У нас ИВК сейчас только 10 оп открыто, да? ИК, не ИВК. Ну, да, ИК. Кстати, кто опять ливнул? А никто один. А, я вам могу предложить либо мага, либо мага, либо лока. Опа, 218 плюс, где-то там 218. Похуй вообще, давайте уже пойдем, ебать. Ну, кого хотите, маг, лок. Сейчас я, подожди, я поспрашиваю. Сам. Так он периодически силу снижает и выносливость. Кстати, я неправильно сказал. В принципе, я смогу на следующем КД с вами попасть. Вот с понедельника в эту школу. Ну там у остальных посмотрим, как ложится все.
Ебать, вы просто вдумайтесь, нахуй. В Наксе у боссов по ляму хп, а тут у мобов по ляму, блядь. И мобов 1000 на пульске. Ну, просто вот эти... Вот эти два моба просто, это, считай, вместе ихние хп босса, блядь, наксовского. А их там срезали, вроде? Да. 222 маг есть. Да, не, нет, надо... Кого-то здесь не хватает. Да, ханта либо рога надо. Ничего. Они, кстати, все нежить. Йо, парные. Шлёп. Контролить надо их. А чё, вы загали фером? Надо выпуливать. И выводить. Не, вот и я ломал стекло, да? Печали бить. Ебать, они кастуют. Жирно бьет, да? Ну вот, судя по стриму, как я смотрю, не сила побивает. Это босс или это все трэш? Трэш. Блять, думаю, почему Void Fury бьют? Я уже сальву вешу, все равно бьют, потому что там танк. Надо сальву. Я уже боб хотел кидать. Дубовую одна. Фазер каплю ебанешь потом. По мне. Надеюсь, тебя не отпиздят. Я медведь. Как я тебя ищу просто. Это не капля, ебать. Так я не дал еще капли. А, не то забинжено. Надо, этот хилбот будет посмотреть. Хочу сказать, что пинаем какого-то босса, блин, но не трэш. О, еще пошли. Или 15 тыквилось, блин, на вот. Как дела? Давайте. Их нужно не здесь, потому что танчить, выводить им в другую. Давайте комнату. Пошли, выходи. Только не проебите хилы. А фир кинули. Все, пиздец. А у фира рейнджа какая-то есть? Сколько она туда? Кто знает. Сейчас зайду в мультфинс. Живите там. Дай войско. Да, мы нормально живем. Да, чтоб они, бля, еще загрели, нахуй. Да не, они на этих только, блин. Там тотемы. Нет? Нету тотемов. Оно и вейднулось. Нет, не вейднулось. Тогда надо добить и вейднуть их самих. Да, потому да, что дохуя. Дохуя. А я не пойму, тотем стоит на этот трепета? Тотем было бы заебись, кстати. А то чё-то в фире сдыхать такое себе удовольствие. Вот как раз таки второй шаман бы и пригодился. Да, не в шаман. Нет. Нужно. Вообще, блядь, взял, ушел пиздец, мимик нахуй. Кадр. Мы его запомнили. Еще в тетрадь смерти. Ладно, хули будем курить тогда, блядь. В смысле? Давайте выпуливайте сюда, бейте по два. Или сколько там. Курить. Ты ж сам себя не убьет. Стойте тут, короче, блядь, все. А сколько на данный момент доступно у нас горожана? В смысле, какая? Ну, типа полностью открыли. Да. Ебать, мы тут надо. А Семка в каре, это ж вроде с нами ходил, нет? Ходил. А чё, он больше не с нами? Вот я сейчас с ним сижу. Кто-то... А, это этот... Фоня забрал себе, короче. Смотри, Виви тоже. Виви, ты зайдешь? Он пошел курить. Вот висит. А, ну сейчас в фире будем бегать.
там пристань эфир кидает. Баф. Он 2 минуты. Один раз. Кидает. Ну да, ну хоть что-то. Мы сегодня до босса дойдем. Хуй мы дойдем, да. Это в начале, босса много. Может, по токенам пойдем. Там еще стрэш нормальный шмот падает. Сейчас. А мы пока дойдем, репу качнем там, блядь, заебись. Ну вообще да. Че вы сюда вышли? Идите туда обратно. В комнату вот. А че, я одного спугну? Я твою. Ну, вообще. У Виви интернет отвалился, поэтому вышли. А чё, кстати, если хрепа не идёт? Идёт. По 18. 16. Нет, чё-то как 75. Было репа? Мне по 18 дают. Остальные по 16. А ну чё, там квест давали или чё? Нет. Там просто вот здесь... у некоторых раз есть, блядь, бонус к репе. Так уже сколько трэша убили? 75 реп. У меня 101. А, окей. Кстати, где она перепутается с такими базами? Самый верху. У меня 108. Аметистовый ок. Блядь, где наши 10 человек? Я сейчас вернусь, но можешь позвонить. С этого с Мороуза падает заебатая триня. Хочу ее, пиздец. А оно раньше так и давало по 15 этого, или сейчас они порезали это дерьмо? Что мы с 10-м делаем? Вот большой вопрос. Не могу использовать эту способность. Ищу 10-го. Ярости нет, нихуя, сука. Вот были бы это сила руба Мишки, нахуй, как у ДК, ебать, Мишка был бы имба. Ну потому, наверное, и нет у него. Там за абсорб. Еще может быть. Да они пиздят, блядь. Надо, чтобы куча трэша пиздила Мишку, уже фулрага была всегда. Хочешь, чтобы тебя больше пиздили и заберсу? Да. Или как он там, генерация реги? Там личный урон по тебе идет.
Блять, да хуя нам еще пиздец. Так у нас трэш никто не убьет, блять, кроме танка. Почти. Я здесь оставляю. Смотри, я его могу отводить нахуй, видишь? Я к нему так подхожу, он пятится, блядь. Вот так, типа, блядь. Видишь как? Так с чемпионами надо. Хан 215, еще и кару там типа знаю. С ОФГ? Ну, с ОФГ не очень хочу. Ролит все, блядь, что он захочет. Ебать, мобы просматриваются через потолок, нахуй. Интересно, мы вот за полный заход в кару хоть на один пункт репу ахнем? Да. 6, где-то 8 тысяч, может, где-то так. А, ну тут 3 тысячи, нормально. Довести до 6-го колечка, ты заебись. Заебал филять, сука, от еще хоть бы диминишинг какой сделали, блядь. Где есть диминишинг? Пиздец, очко горит, блядь. Трэш, не трэш, нахуй, ну пиробегание какое-то, блядь. Чисто мог бы дрочить, блядь. Пацаны, играл кто в сталкера, какие-нибудь моды интересные? Я тут думаю, блядь, да что-то, блядь, прохожу потихоньку моды. Стандал этому пидору. Сука, а кто фигает? Конь или кто? Да, конь. Ебаный конь, блядь. Ты видишь, меня не фернуло, диминишно. Хочу бесконечную версу медведей, чтоб нажал, и она типа всегда была. Антифир, чтоб всегда был, и увечья по трем целям. Блять, заебись. А еще нужен, блядь, вечный. Кто-то вечный. Сирус раньше мог предложить бесконечный напуск. Такая мемная хуйня была. Да, вот я поэтому не люблю рейды собирать. Надо, блядь, искать людей, умолять их, ПМ, блядь, пиздей, пацаны. Раньше Хант напулит на танка и побежит весь рейд собирать в ЗС. Вы на месте стоите, весь трэш чистите, АФК. Что-то сагрил, знаешь, сколько там их бежит. Штук. Да хуя. Ну еще страшно. В чем они там?
Ой, нихуя, вы херять не. Там лучше помощников, по-моему, бить, потому что они хилят. Кто хилит? Помощники вот эти. Призрачные. Сейчас, блин. А как хилят? Они кастуют? Они кастуют, да. Сейчас я посмотрю. Что делаешь? О, сбил кто-то. Ебать, не завидую челикам, которые пришли сюда репу фармить. Ну так мы и есть такие челики. Не, мы пришли за босса. Так, ладно, пошли. Через 10. Челик говорит, пошел свою десятку и моб, это конец. Ёбаный фирс. Че, погоди, я хоть спехнусь, блять, в инхоле, блять, быстрее. Вот спрашивается, нахуя столько трэша делать? Точнее, не столько трэша, а столько хпм. А изначально близы планировали это как 25-ку. А и оставили с 25-ки, да, статы? А, сделали. Понимаю. А и так пойдет, да? Ну и так сойдет. Я не знаю, почему на Сирусе 25-ку кару еще не сделали. Так, шо мы дальше? Что там осталось много? Так, ну вот этот загон, где это полночь, нахуй. Мне кажется, можно сюда перебираться. Сейчас вот этих самых. Подожди, стой. Хочешь эти из-за стенки, да? Давай, во, заебись. Ну они обходят, смотри. Тут чинилка будет. Отойдите, чтобы к боссу не отбежать, чтобы. Блять, ебаный моб, нахуй. На грязи стоял. Тут не филяет никто? Да вроде нет. Просто больно бьют, блядь. Осторожней, СОЕ. Кажется, я сейчас, да, тоже приходуюсь. А сальву киньте, да и все, а то там одна упаковка. Я уже кинул. Тут не сальва, просто подольше покурить. Вот. Блядь, вы так все сдохнете. Пиздец, забегайте, вы что стоите, ждёт. Да я пиробласты просто в одном упаковке. Посмотрите, есть джон. Не волшебники же набирать миллион агро сразу. Ну, убил. Это... Здесь палом лучше. Тут лучше тот, кто не срывает агро, вот что лучше. Просто осторожно. Сейчас репа, блядь, прилетит. Как подхилит, не диспой. Сейчас АП снижу. Простегивает пиздец. Никак. Ай, один то не хочу. А что это мы всю пачку получается спуливали, да? Угу. Почти. Там починиться есть моб. У него рецепты продаются. Вон кузнец. Что за рецепт? Ну-ка. А репы нету, нихуя все равно. Нету, нихуя.
А, ну да. Забыл. А есть у кого-нибудь Дживс? А что, починиться надо? У меня нет. А реги купить. Да ладно, я ж чё говорил, давай ранит реги надо было покупать. Здесь регов нет, моба. Ебать, так что, в девятером пойдём? Ты тебя дальше покатаешь бить. Пока нас 8, блин. Пошли, поступили. Ну, я как бы мага предлагал. Я пока еще 10-го. Может, шамп идет еще. А кто ливнул, блядь? Дай его ник, я его в честь добавлю. Мимик. Короче, съебитесь все вниз, вот туда. Потому что они да, тут... Конечно, кому бы надо будет. Ну, типа я хуй знает, во сколько получится, блядь. О, ебать. Можешь войско кастовать. И уходите отсюда, уходите. Не, тот вайп. Слишком. Нет, ты дохуя, блядь, собрал, ты чё? Да пиздец, сагрилась нахуй полкомнаты. Там, короче, есть патрульные и пачка моба. Ну, видать, надо патруль, сначала надо по несколько человек. Сейчас попробуем еще, блядь. Нахуй на турик столько населили сюда, блядь. Чтобы репы было удобнее качать, я сейчас приду. А, типа, просто за моба поднять количество репы не вариант было? Да не, это не для репы, это чтобы люди заебывались здесь, чтобы донатили, нахуй. По факту. Ну просто ДКшникам я не представляю, как без напула это держать. Вообще не представляю. Смотри, на изи посмотрю, как их там лучше спулить. Так, ну вот патрульные вижу, ходит. Так, ну ебать тут пачки, конечно, жирные стоят. Тут их штук по 10 стоит, блядь. Допустим, если я вот слева сагрю, пока патрульный здесь, то нормально будет. Так, а он пошел в угловую. Ну патрульный-то один всего лишь. Фантомный, и вон второй еще патрульный, блядь. Короче. Готовы? Спулил, не знаю, сколько спулил, короче, хуй знает. Смотрите, там много идет, нет? И бегите отсюда. Главное, гостей бить отдельно от мобов, там есть какие-то мобы, но очень. Вот эти огневые, блять, как стиснус это. А фокусом надо бить? Уходите, уходите из-под огня. Просто отойдите по комнате. Вот вам бить вот этого. Главное от них отходить, от самих мобов. Потому что они вот это огонь рыгают. И время дайте, я не могу на них агрона брать. Ксен, осторожно, не вздыхайте только. Вот, стоп, огняк остановили и отходить. Ебанутые надо. Это пал поставь сосредоточение, я от огня поставлю. Сейчас еще пачку приведу и уже будет можно будет там чисто. Хорошо хоть тут не филяют. Там моб есть, который хилит. Да, вот этот фантом. Ну был, уже нет. Кончился. Да, а вот сниз трэша не сменили. Ай-яй-яй. Какой там будет? Ну, зеленка, 70-е, все такое. Съебаем. Нужно больше ярости. Погляньте. И бегите, прям похуй на меня, бегите. Вот на эту хуйню на все. Thank you.
нормально дамажа, да. Как бы выжить-то. Так, я думаю, мы сломаемся. Нужен бот. Будет. Вот этого давайте убьем. Ебать. Ах, блядь, вот почему их так дохуя пулится, блядь? Я не хочу туда, отпусти. Сейчас кончится. Так, чё по эпи там? Блин, я думал, это мобы бегут, это копии твои, я уже убегать хотел. Чё, я тогда тоже слетаю. Куда? Починюсь. И... Да, кому надо, это, портуйтесь там, самоним. Только все не портуйтесь. А, скажите, пожалуйста, где у ренегатов покупаются реги? А, на минимапе поиск включишь. А, понимаю, один продавец реагентов, и он продает всякие стрелы, пергаменты и так далее. Так, свободно нажмите. Ладно, в Долоран слетаю. Симон, жмите. Можете меня сумануть, Турнар? Они, кстати, добавили моба, где менять 245 токен-то. А там вроде нажимаешь на item, он тебе дает. А, я понял. Вроде бы так. У нас что? Ро? Ты какой ро? Ты чё? С чего ты решил вообще, что... С того, что ты камень жмёшь, ТП. Да, как бы починиться мне тоже надо, не? Да я шучу, ну чё ты... Чё там шаман на соблесне? Без интернета. Неизвестно.
цумать меня. Я это инет переключу, сейчас офнусь на пару сек. Я отойду минут на 10, я думаю, ничего не изменится пока. Да, что-то... Мне надо малую покупать сейчас, чтоб потом не бегать, блядь. Войт, ты здесь? Блин, там Аршан 220 ищет Кару Ик. Так ты не с ЛФГ ищешь? Нет, конечно. Ты что? Типа, у меня нет желания роли, все подряд, что захочет люди. С ЛФГ, кто я? О, можно пока харстончик на телефоне разложить. Вот чего-чего я не ожидал, что шаманом будет проблема и с хантом. Ну, либо там магом. Самое неожиданное. Могу Эльмом 216 зайти. Это кто говорит? Ордера. А кто хилит тогда будет? Ну, может, у вас хилы там валяются где-нибудь. Ну, конечно, но это не на расхват. Короче. Хотя, с учетом того, что у вас сейчас в десятке человек не из гильдии, я думаю, что у вас хилы не валяются там. Но холик тут, холипаут тут все равно нужен. В каждом. До скольки рейде мы сегодня будем сидеть? Да я не знаю. Часов. До победного нахуй. До 12, наверное, так. Там посмотрим уже по состоянию рейда.